диетические супы из фасоли для похудения. Фасолада – экзотика из Греции. Готовить фасоладу очень просто. После того, как в процессе варки фасоль станет мягче, в кастрюлю следует добавить морковку, нарезанную кружочками, перец и сельдерей. Смесь должна тушиться на медленном огне под крышкой как минимум 5-7 минут. Вода должна полностью покрывать овощи. Лучше доливать ее по мере необходимости. Все рецепты фасолады практически идентичны между собой. Фасоль предварительно готовится. Далее в нее нужно добавить пассированные овощи и зелень. Одним из обязательных элементов является томатное пюре, в крайнем случае томатная паста. Перед подачей в каждую тарелку индивидуально добавляется свежая зелень, несколько капель оливкового масла и лимонного сока. По желанию можно добавить в похлебку сладкий перец, сельдерей. Некоторые рецепты предусматривают наличие картофеля и острого перца, но картофель будет делать суп менее диетическим. Особой изысканности супу придадут веточки свежего базилика. Из фасоли блюда готовятся практически по всей планете. Нет такого человека, кому бы она не пришлась по вкусу. Большое количество рецептов постных блюд на основании бобовых содержится в греческой кухне. Возьмем, к примеру, суп фасолевый, диетический. Фасолада. Можно употреблять который в течение года. Это густая похлебка, которую можно употребить как во время поста, так и в жаркие летние дни. Благодаря содержащемуся в ней лимонному соку и зелени он прекрасно освежает, а из-за легкого бульона не вызывает сонливости и усталости. Приятного вам похудения! Будьте здоровы!